Реально, я хожу просто тупо эти свитки собираю. А опыта больше нет, интересно, за пати? Насчет опыта не знаю. По-моему, не меняется. Там ничего не меняется, кроме этого. Кроме КП? Ну блин, это они хорошо сделали, молодцы. Подожди, а в D3 менялось что-то, да? В D3 там много всяких плюшек давали. Этот же сказал, у него спрашивают, короче, а можно вашу ебаную игру, короче, играть в офлайн? И этот говорит, мы хотим, чтобы вы играли со своими друзьями. Поэтому офлайн, да, офлайн не приветствуется. И там потом спрашивает, короче, по Варкрафту. А типа, можно сделать, замутить там ванильный сервак, короче. И ему отвечают, короче, чуваки из Близзарда. Вы думаете, что вы хотите этого, но на самом деле не хотите. Я когда эту хуйню услышал, так... Босс. Это босс? О, понятно. Нет, вообще не подходи к нему. А чё, он ёбнутый? Ну, мало ли чё. Я тотемы ставить буду тоже свои иногда. Потом меня с друзей удалишь, если рипнешься. Да, я залезу под стол и басусь, и тебя из друзей удалю сразу. Да, ещё вычислюсь, короче, поедешь сюда. Да, скажут, ты же вообще живёшь, да? Может, нам с тобой встретиться, всё-таки поболтать разок, а то так давно друг друга знаем. Ебало, меня набьёшь. Ну, сейчас-то это смешно, конечно. Это жиза. Да, жиза.